Всем привет! Меня зовут Максим Тамонов, я варганист, музыкант и учитель игры на варгане. Я нахожусь в магазине Т-музыка, здесь очень много классных варганов. Сейчас я расскажу как выбрать инструмент. Предположим, у вас нет четких критериев, вы еще не музыкант, вы не знаете, что вы будете играть. И у вас есть два пути. Первый путь – это выбрать варган в интернет-магазине. Второй путь – прийти непосредственно в сам магазин и выбрать варган руками. Начнем с первого пути. Вот вы увидели варган в интернет-магазине. Ну, во-первых, вы можете посмотреть, насколько он красив, нравится ли вам его форма, и представить, как этот варган будет лежать в вашей руке, насколько он будет удобен. И здесь есть определенные нюансы. Например, вот варганы с таким вычурным дизайном, с острыми гранями, я не рекомендую в качестве первых инструментов, потому что вы замучитесь их держать. Также различные специфические конструкции варганов могут ограничить ваши возможности как музыканта. Форма варгана должна быть лаконична, хорошо лежать в руке. И звук инструмента должен вас радовать. Также вы можете прочитать описание этого варгана или посмотреть обзор, но это всегда будет точка зрения того человека, который этот обзор написал. Следующий способ – это прийти в магазин. Это, конечно же, гораздо лучше. Здесь вы уже можете подержать варган в руках, примериться к нему, как он у вас лежит, подходит ли он вам по параметрам. И посмотреть на зазоры, на мягкой и жесткость язычка. Зазоры должны быть ровные, маленькие, параллельны язычку. Это обеспечивает чистый звук. Язычок, мягкая жесткость, жесткий язычок. Скоростной бой, высокий звук. Мягкий язычок. Более капризный, но зато у него долгий сустейн и более жирный звук. Как определить музыкальные критерии звука у органа, я расскажу в следующем видео.